Всем привет! Сегодня речь пойдет о перекрючках. Я прошу заранее извинить, просто помолкался на тренировку. То есть речь пойдет вот по этому где-то халявить. Речь вот об этом упражнении. Что сразу хочу сказать? Это очень простое упражнение. Мы к нему подошли. Я сейчас просто покажу методику, как это упражнение делается, как оно учится от шага к шагу. И его можно научиться ему за одно занятие, за час, за полчаса. Смотрите, вот у меня есть линия. Вот я стою, и я последовательно сейчас шаг за шагом изложу, как это упражнение тренировать. Я стою лицом туда, на белую линию. Я взял и просто сделал шаг перед собой, то есть вот шаг перед собой и встал на эту же линию. Это как бы база этого движения. Дальше что я делаю? Я этот же шаг только делаю как бы прыжочком. Раз. Вот все, то есть я подпрыгиваю. Дальше что? Я этот шаг беру. И поднимаю, начинаю поднимать вот эту ногу.
поверху пойдут ноги. Они не зависят ни от мышц, ни от чего, они зависят только от наклона. И мы берем уже куда-нибудь по полу метем. Всего, то есть начинаем амплитуды добавлять движения, смелости силы добавили, начинаем добавлять. Логика вся.